как что-либо намотать на катушку. Берем, значит, саму катушку. Здесь у нас шпилька на 10. И гайки, получается, тоже на 10. Под головку на 17. С двух сторон увеличенной шайбы. Также дырочку в какой-нибудь верстаке вставляем. Здесь закантриваем две гайки для шуруповерта. Здесь специальный переход на головке вот идет. Головка на 17. Вставляем. Крутим и наматываем. Все легко и просто.